В этом году «Ночь искусств», которая отмечается с 3 на 4 ноября, пройдет в онлайн-формате. В 21.00 на YouTube-канале Серпуховского историко-художественного музея, в социальных сетях и на диджитал-экранах городского округа состоится трансляция фильма-концерта, специально подготовленного к ежегодной всероссийской акции. В фильм будут включены 12 номеров разных творческих коллективов. Среди них образцовый коллектив студии эстрадного танца «Вертикаль», школа танцев «Sky 7», выступление артистов гортеатра, вокал Дарьи Шавриной, электронная музыка, образцовая хореографическая студия «Сильфида», язык танца, театра, классической современной музыки, изобразительного искусства наверняка окажется созвучным многим. Телеканал УТВ «Серпухов» покажет фильм 4 ноября в 19.15. Также к «Ночи искусств» присоединится музейный выставочный центр. Здесь основная тема акции – выставка художников-авангардистов. Искусство объединяет авангард 20 век. Работы выполнены в технике печатной графики – литографии. Сальвадор Дали, Рене Магрит, Хуан Миро, Марк Шагал и другие. 17 часов на сайте МВЦ и в соцсетях публикуются видеоматериалы, просмотреть которые можно бесплатно, не выходя из дома.